Скрипа-актриса из «Сватов» Кравченко недоумевает, откуда у всех такая ненависть к поддерживающей войну Путина в Украине. Анна Кошмал отреклась от своей телесемьи и русского языка. Вот это Кошмал, я в шоке, Анечка. Как внучка это, ваша. Ну как бы, да это просто кошмар. Вот здесь пишет Кошмал. Страна-паразит. Тьфу! Для меня сваты это не Кравченко, не Добро. Сука ты! Ты что, сваты? Вот видите, тетя возмущается тем, что ее коллеги осудили агрессивную войну в России. Вы знаете, когда у тебя в голове попсикола и вата, конечно, тебе кажется, что а как же мир может быть построен только на том, на чем он построен в твоей голове? Ваша позиция ясна. Ну только, пожалуйста, не надо хаять свою страну, своего президента. Нельзя. Особенно стыдиться, Саша, своей страны. Это ж такой грех, по-моему.